Дорогие ребята, здравствуйте. Сегодня по нашей земле шагает белый месяц. В Доме творчества «Форус» прошел традиционный концерт «Сагалган в нашем доме». Организаторами выступили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Улан-Удэ. Сегодня в Доме творчества «Форус» проводится мероприятие, посвященное Сагалгану в нашем доме. Традиционно мы проводим ежегодно данное мероприятие. Приглашены сегодня у нас дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации со всех районов города Улан-Удэ. На сцене Дома творчества выступили коллективы и исполнители Центра культуры и досуга Улан-Удэ, народный фольклорный ансамбль «Танто», вокально-экстрадная группа «Лакитон», а также Сергей Плотников, Валико Гаспарян и Ирина Шакдурова. Сегодня у нас праздник, нас пригласили на концерт. Мы очень рады этому. Концерт посвящен празднику Белого месяца. И я бы хотела бы поблагодарить за это приглашение, ну и поздравить всех с Белым месяцем. Мы соскучились по концертам, что можно выйти и поучаствовать в таком замечательном празднике. Для юных зрителей народный фольклорный ансамбль «Танто» рассказал о традициях и обычаях бурятского народа. А солисты спели песни про малую родину и Сагалган. Руслан Хороших, Алексей Ромашов. Новости дня.